активно идем. Идем на метро. Но, наверное, до этого надо купить солнечные очки. А не то. У меня безумно глаза от света слезятся. Пришли в метро. Ася. Окей. На этом фаде шли. Пошли. Очки. Очки. Какая шляпа. Вау. Парижик. И очки. Будем смотреть. Либо их все скайдер, но... Если у нас здесь на футболку, то пацаны уже не забывают. Ten? Yes. Hi. Только в очках буду ходить. И только когда я выхожу из рамок очков, мне сразу плохо становится. А тут надо этот «Прыгай за мной». Социальное чмо уже близко, давай с головой. От меня и таксиста, но мне нужно больше. Хрена. Туру-туру-ру-ру. Короче, да. Присели тут. Будем по ходу кушать. Что ли купила? Вот там. Просто пройдемся по острову, посмотрим, что тут интересного. И да, я надеюсь, что вечером я смогу сделать такой мини-проход по магазинам. В старом стиле мне нравится. Валет. Но бабушка сказала, что они не очень хорошие. Так что как-то так. И вот тут такая улица открывается. Красота. Казань. Окей, thank you. Thank you. Сосос, я кого-то посасос. Окей. Салат. Я. Он тебе секунд. Табаско? Уочестер? Ну, табаско. Оливой? Оливой? Окей. Да. Уочестер сос. Я понял, что. У меня муд чисто окей. Всегда просто, блин. В этом видео я не понимаю, что со мной не так. Ну-ка, теплица вон оденом. Ну, десен. Десен такой. Да слаб. Если я лайком... Десять, я. Не, девять ар пус, тапец, ка бешит. Галь, ман трукс лично, та, галь он. Бес, это капец, ты не им вегетару, лазанью, ман яутаю. Я.
bet tā viss ļoti garšīgi, man ļoti patīk. Tas pierāda par to, ka... Tas pierāda to, ka veģetāru ēdienas, nu, veģetārs ēdienas arī var būt garšīgs. Ņem visu. Negribu es visu. Ņem visu. Ko tu tagad dari ar rokām? Nu, ko tu tagad dari? Ņem visu. Sacinēļečmē, žudrīstē, stāv tavais kāžu. Atmiņai, grečistē, man vienojas nebolišē. Очень много всяких вещей для туристов. Но, блин, мне не нравится, не знаю, это все не то. Я лучше зайду в какой-то хороший магазин, просто обычный какой-то Levi's или что-то такое, ну, какого-то бренда. Там куплю за свои деньги что-то хорошее и хотя бы буду знать, типа, что это. Помогите. Помогите. Сейчас опять иди. Напиваю, да. О, это мне надо. Я обожаю Нутеллу. Нутелла это смартис. Манго мелона. Кстати, я что-то музыку слышал. Не так. Ты липай, а мне мерсал с аэром отсалин. Читал только балинч. Не скажу, что я тебе не спидал. Я тебе не спидал. Нет, кажется, обычный магазин сувениров. Но во всех есть вот это вот, что это такое? Какашка какая-то. Какуля с глазами. Конечно, я не такой дебил, чтобы не знать, что это символ Олимпийских игр. Но, блин, что это за какашка такая? Какуля какая-то. Какуля, рация, не? Вот там. Капибара. Клубничка. Капибара обычно. Окей. Это было, и никто не понимает. У меня за волосы зацепилось. А чё? Вот тест. Алекс Версаев. I want the strawberry cream I saw there. Strawberry cream. Okay. Thank you. Košai marožanā. Saldēm, tu visi vienā cenā. Kucinā, očinā. Samai krasīvai atēļi v Parīžu. Prosto samai. Parīs Ville Hotel. Просто красота. Все просто фотографируют. Вот такая красота. Вау. Все, а мы сейчас стараемся идти в сторону метро. Вот с такого еще ракурса этот отель. Вот такой вот большой. Очень. Даже не спрашивайте, я уже не помню, что это за тыканье такое. Шо-шо? Но этот кадр бомба, я считаю, это пиздец.
жопа тети на протяжении нескольких секунд. Вот. Это снег. Витер снег. Мене. Короче, тут дождь полил. Нет, не стой, стой. Вот. Дождь полил, а мне надо будет идти выбирать одежду. Сувенирчики всякие. Так что да. Мне будет очень прикольно. Ходим на мелочку. Спасибо. Дождь все ходит с зонтиками, тем временем с ошибальными. Между ножьями натертыми, блядь. Терпеть не могу. Боже мой, блядь, еще красный цвет. А, блядь, я так хожу, блядь, типа, добрый день, здравствуйте. Все, смотри, да? Ёбаный рот. Ах, ой. Иду вперед, как имбецил. Всё. Помоги, да? Просто заебенно. Даша идет так, как будто бы, я не знаю, он накакал под себя. Ужас. А, мне, знаете, больно. Очень. А я пластырем еще прилепил на самое больное место. Спасибо, Саша умненький. Называется Саша умён. А, больно. Дай смит. Сейчас вышли на японский это вот. Всё. Я, короче, сейчас просто надел шорты без ничего. Ты нормал, сапкались, как головой дырка, полдыешь, ты с видео будешь не наш необходимо. Нет, дома там эти тоже знают. И сейчас идем. Да, кривись, крэш парту. И сейчас идем в японское кафе. Видео это намного меньше вышло, но тут и особо сегодняшний день нечего показывать. Но зато я хорошо сейчас себя чувствую, все хорошо. Вот где-то там он должен быть. Пришли, сели. Мампатык. Лёд вам бы. Прикольно, тут солевые стенки. Ты так можешь вот так вот сунуться. И лизнуть. Они соленые, эти стенки, серьезно. Да, то есть не. Ну, вроде это. Сейчас нам принесли, мы не знаем даже, что это. Ну, зупиня, ну, то откуда. А, вот, не, ну, лучи. Что это? Ну, не зупиня. Это рамен, бет, ну, капец, мы с рамен отнес. Varbūt pateik, ka viņi kļūdījās. Nezinu. Tur sieras sašā. Nu jā. Nu pēc makaroniem tas neizskatās. Nezinu. Nu pasaka viņā. Kas ir? Garšīgs, jā. Jā, un ko tu filmē, ka es redzu klien? Jā. Es vienu makaronu, kādā
Там этот котик, который лапкой вот так вот делает. Это, подожди, вот так вот лапкой делает, там вот тут. Короче, два слова расскажу, там ни хрена на этом видео, непонятно. Сначала нам принесли какой-то суп, мы нафиг не поняли, что мы ж такое не заказывали. Там вообще там, мы заказывали вроде как роллы, суши и это, и личи там, и макароны вроде как, что-то такое. Мы вот пару штук что-то там заказали, вот так. Потом нам приносят суп, какой-то салат, а мы такое не заказывали. Потом мы кричим этой официантке: эй, типа, вы что-то напутали, не этот заказ. Она показывает в этом меню: если ты покупаешь с этой страницы, тогда у тебя салатик и супчик дается бесплатно. А мы уже вот так вот смотрим. Там знаешь? Типа, что заказ со стороны. Да ёб твою. Там, знаете, цены такие, там рамен где-то 2 евро, суши 2 евро, там роллы 3 евро, и вот так вот по списку вниз. Примерно мы поели огромный стол со всякими вещами, плюс еще какой-то супчик, салатик. Мы это поели где-то, блин, за 20 евро. За 20 евро поесть нормально, очень, типа, много. Это было что-то вау, поэтому даже если что-то не понравилось, я просто обязан поставить десятку за такую цену. За такую цену, вау. Не, хотя супчик был немного такой, не знаю, такой не особо, как будто бы, не знаю, ну не мой вкус, короче. Главное, те были такие маленькие, вот тут супчик. Вот это вот такой уже большой. И плюс 3 порции там суши тоже на этих взяли. Ужас. Смотрите, вот, вот все вот это вот. И за эти деньги еще там десерт. Десерт. Личи мы заказали, фруктики. Равиоли. Суши, роллы, и макарошки, плюс еще салатик был борсом. Я слышу, это личики. Сколько он малых с ними и пробовали, все. Ну с маржей точно надо позаить, это наверное, что происходит. Я сыру пить. Я немного вышел совсем погулять. Сейчас быстро что-то лучшее, что смогу, что-то посмотрю. Если что-то будет продавать, посмотрю, что продают. Да, но так у меня 5%, сейчас в любой момент может разрядиться. И я хочу еще одну штуку сфоткать. Где-то она тут была. О, нашел. Что это? Ну, такое прикольное. Я хочу такое. Я себе на аватарку это попробую поставить. Вот и подоспел новый вкус Фанты. Насрать, как много стоит. Я хочу взять. Цитрон Фрейп. Фрейп я уже пробовал. Вот это я возьму. Такого еще у меня нет. Все. Я тут как какой-то вот это вот. Сорян. Я тут вот так вот. Яростный пустой. Ой, блядь. Этот как тасапчик такой. Ой, блядь. Сколько я могу падать, блядь?
как-то все стараюсь держать, блядь, и говорить речь вообще, блядь, пью. Потом. Фанту редкостная дрянь. Не люблю такое. Слишком много вкуса. Слишком не вкусно. Очень много очереди на что-то стоит. Мне интересно, что такое Джвайджин Кьюис. Что такое Джвайджин Кьюис там? Джуйс. Их что, подайте посмотреть? А нет. Надо типа, можно сказать, выбери сам фрукты, какие хочешь, и сделай себе такой сачок. Да, идти точно не будем там слишком, это странно. За уголок. По-моему, мне вообще назад надо идти. Блин, мне все время страшно, когда они начинают говорить. У них такой сразу типа. У нас как начинается разговор? Так. Так. О, и вот так вот. А они сразу такие. Так сразу. Не слышали? Они так сразу так на высокость. Ну, так. Если мы так начинаем с тихого к громкому, тогда они сразу с громкого начинают говорить, это вы. Местами пугает, такое чувство, как будто меня напугать стараются. Хочу в Японию. Блин, у меня вся камера засранная, блядь, все выглядит как из жопы. Да. Ладно, короче, побежал в номер. Ох, какие-то металлические штучки. Вот такие нужны. Я нахуй. Хрень какая-то. Да. Я просто сбежал посмотреть, тут какие немножки, все. Посмотрите, аж нас. Потом что я тут ничего покупать не буду. Мы только что жрали. Теперь это ну, нахрена. KFC я хочу зайти за знаменитыми этими кружками. Отложил. Когда-то я за вами зайду, кружки. Самые популярные. Какого-то с каким-то кисло-сладким соусом вообще заебись будет. Ладно, все, я уже возвращаюсь. Фух, все. Конец второго дня, но я так и не сделал рум-тур. Так что сделаю мини-рум-тур. Вот тут. Маленький номерок такой. Тут у нас. Туалет.